Волгоградской области завершается прививочная кампания от гриппа. За 2 месяца около 800 тысяч жителей региона прошли иммунизацию вакциной этого года. Сейчас число привитых волгоградцев составляет 31% от всего населения региона. Однако планируется, что к концу кампании цифра вырастет до 40%. Это позволит сформировать так называемую иммунную прослойку и предотвратить повышение заболеваемости опасным вирусом. Противогриппозные вакцины обеспечивают защиту от гриппа 3 актуальных типов для данного эпидемиологического сезона. Особенность вируса гриппа – его изменчивость. Именно поэтому состав вакцины ежегодно обновляется. Разработчики включают антигены актуальных, то есть циркулирующих в этом сезоне штаммов вирусов гриппа. Поэтому так важно ежегодно проходить иммунизацию. В этом году кампания по вакцинации стартовала еще в начале августа. Особое внимание, как всегда, уделяется детям, беременным женщинам, взрослому населению. Населению из групп риска и тем категориям граждан, чья профессиональная деятельность предполагает высокую угрозу инфицирования. Это медики, работники образования, торговли и транспорта. Однако наряду с прививочной кампанией медики советуют соблюдать в холодное время года простейшие меры профилактики. Проветривать помещение, правильно питаться, пить побольше воды, обрабатывать несколько раз в день руки и гаджеты дезинфицирующими средствами. А самое главное – заниматься спортом.